Кто всех на моем канале, дорогие женщины, ну, мужчины, смотрите этот расклад для себя, что происходит в жизни мужчины прямо сейчас. Женщина, загадайте мужчину, мужчина, подумайте о себе. Будем смотреть, что происходит в жизни мужчины прямо сейчас. Четверка кубков. Воспоминания, грусть, тоска. Мужчина, знаете, находится как в депрессии. Вот он, король кубков. Мужчина, знаете, как оплакивает свою любовь, переживание из-за любви. Знаете, он что-то скрывает, но он это скрывает. Вот что он делает. Он скрывает это, что он переживает. Возможно, мужчина не делает, не показывает даже вида. А на самом деле вот его состояние оплакивания. Смотрите, как интересно. Здесь он знает, как вот его уход. Карта маг, верховная жрица и десятка пентаклей. Знаете как? Он как будто подозревает, что все, что в жизни его происходило, это происходило благодаря магическим воздействиям. Возможно, здесь, знаете, уход мужчины, а теперь он оплакивает свою любовь, свое, знаете, свое счастье семейное, свой какой-то вот, ну, какой-то, знаете, как единение с человеком, с которым он был. А вот верховная жрица и маг, они заставили его уйти, как, знаете, как ушел человек. И в итоге пришел вот к этому, к одиночеству, депрессии. Мужчина ведь самодостаточный. Видите, семерка. Семерка мечей. Предательство. Предательство, предательство. Но мужчина сильный. И знаете, сейчас как начнется мужчина, как возрождение. Знаете, какая-то борьба. Он считает, что что-то он заслужил по справедливости. Либо здесь все, что происходит в его жизни, это все по справедливости. Даже ту тяжесть, которую он, знаете, как несет сейчас на себе. Но мужчина ждет какая-то победа над тяжелой ситуацией. Он, знаете, как выходит, выходит. Вот идет, идет этот тяжелый путь, это тяжелые ноши. И знаете, как выход. Он даже резко, вот мужчина не поймет, как он выйдет из этой вот ситуации, когда что-то скрыто было, чего-то он не знал. Кто-то мужчину здесь предал, обманул, да? Возможно, мужчина думал, что это любовь, ушел куда-то на сторону, а понял, что там нет любви, понял, что там его там заманили какими-то там магическими уловками, обманами, предательствами. И он оттуда уже, как бы, знаете, как ушел. По крайней мере, в своих мыслях он уже не там. И он знает, что, видите, как хотел он какой-то справедливости в своей жизни. Но он, мужчина, выходит победителем. Вот это сейчас происходит в его жизни, его мысли. Он знает, что здесь, знаете, как злой рок какой-то вмешался в его. Предатели, злые люди, магические воздействия, возможно, были. Он это понял. На дне колоды смотрите карта высшего суда. Здесь, знаете, когда же, может, были мольбы, обращения мужчины к Богу. Может, в один момент мужчина оказался без помощи кого-либо, призывая тоже вот как высшие силы. И вот он, высший суд, вот она, справедливость в его жизни наступит. Выход из тяжелой ситуации, вот из этой вот выход борьбы, борьбы предательств. Магия, верховная жрица туда, тайны какие-то его тут окутавшие, тяжесть и тут же карта победителя. Вот это происходит с мужчиной в его жизни прямо сейчас. Всего вам доброго, до следующих видео.